В октябре в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Место его проведения – Сочи. От Белгородской области участие в нем примут более 160 человек. Это творческая и спортивная молодежь, юные журналисты и ученые, начинающие специалисты. Сроки и условия отбора нам прокомментировал начальник управления молодежной политики Белгородской области Андрей Чесноков. Сегодня сформирован региональный подготовительный комитет, он уже вовсю работает, ряд комиссий по отбору участников нами сформированы. Сегодня мы еще принимаем заявки и будем принимать их до 15 апреля, поэтому всю молодежь в возрасте от 18 до 35 лет мы просим регистрироваться на сайте russia2017.com. Необходимо будет к заявке прикрепить максимально наполненное резюме, можно подкреплять все, что угодно, все свои успехи, все свои достижения, эксперты обязательно на них обратят внимание.